территории городского поселения Буково размещено и расположено три кладбища. Одно кладбище функционирует в полном объеме, где организовано и юридическое, и фактическое исполнение всех федеральных законов. Кладбище в селе Болобаново закрыто на новые захоронения, функционирует только под захоронение в родственные могилы. И закрыто кладбище у храма Петра, святых апостолов Петра и Павла, потому что кладбище размещено в водоохранной зоне. Все принятые решения по закрытию кладбища, они прошли экспертизу и в прокуратуре, экспертизу в Министерстве потребительского рынка. Они действительно обоснованы и имеют под собой только правовую основу. Никаких там других вопросов по закрытию кладбища не рассматривают. Только строгое исполнение закона. Нету никаких рычагов отменить мое постановление юридических, потому что никто не уменьшит водоохранную зону. А продолжать захоронение в нарушение закона я не пойду. Вопрос очень так затронул православные общественные организации. Да, в общем-то, это сейчас будет подниматься, этот вопрос до уровня патриархии. Сейчас собираются подписи. И то есть сейчас добиваемся встречи с патриархом. Нам эту встречу обещали устроить. То есть этот вопрос будет уноситься на уровень патриарха. То есть вы серьезно намерены добиваться? Да, мы серьезно намерены, да. Кладбище православное, она кому-то помешала. Вот. А вот этот аргумент про водоохранную зону вам не кажется убедительным? Нет. Он, конечно, в чем-то прав, он, да, 200-метровая зона, это закон. Мы даже с ним не спорим, но мы хотим добиться справедливости, чтобы он помогал нам в отстаивании прав людей. Да.